Николай Витальевич, добрый день. Здравствуйте. Вот до вас дошла наша программа, и вот совершенно не случайно, как выяснилось, Центр изучения религии РККУ празднует в этом году свое 20-летие уже летом, а зимой, и вы свой юбилей 60-летие отмечаете. Более того, насколько известно, религиоведы нашего вуза оказываются самые известные в стране. Вы согласны с этим утверждением? Конечно. Как будете отмечать, расскажите в двух словах. Ну, вот мы до конца еще, может быть, не составили сценарий, но мы собираемся пригласить всех выпускников, ну, тех, кто откликнется, и вот устроим такой вечер воспоминаний, вечер общения. Вот. Но мы вообще находимся в постоянном контакте с значительной частью наших выпускников, но вот, конечно, вот это такого не было, чтобы мы собирали сразу всех, да. Николай Ильич, расскажите об истории создания центра. А на какой идее вообще он был основан и кто был вдохновителем? Ну, вы знаете, это было, значит, соответственно, в 1992 году, да, начало нового периода в нашей истории, и возникло понимание, что необходимо объективно научный подход к изучению религии. Вот. Это ведь было время, когда имел место такой религиозный рост влияния религии, можно даже говорить о некотором буме. А вот традиции научного изучения, не скажу, не было совсем, но тем не менее это все было очень идеологизировано, потому что до того в советское время был научный атеизм. В его рамках, конечно, проводились и серьезные исследования, но в целом была такая установка борьбы с религией. Ну, в качестве там чего-то противоположного, да, мы видим религиозную апологетику. А мы с самого начала были нацелены не на то, не на другое, а именно на научное объективное изучение. И еще один такой очень важный момент, да. Ну, сейчас несколько десятков есть в России кафедр религиоведения. Ну, я точно сейчас не назову. Вот, но, как правило, они существуют на философских факультетах, и они имеют преемство к старым кафедрам научного атеизма. Но вот так случилось, что в историко-архивном институте не было кафедры научного атеизма. Вот поэтому у нас вот нет подобного преемства. Вот мы начинали это в 92-м году так, как мы это считали нужным. Да, то есть мы собрали коллектив, историки, филологи, востоковеды, в меньшей степени философы, которые в своей деятельности профессионально занимались этими проблемами, ведь такие люди были и в советское время. Другое дело, что часто, вы знаете, приходилось, скажем, иначе называть, да, вот занятие эстетикой, история культуры, просто история, но все время наталкиваясь на религиозную проблематику. Хотелось узнать, вот, если говорить о конкретно деятельности центра, чем он занимается и каких выпускников он готовит? То есть где они потом себя находят? Ну, вы знаете, тут надо сразу сказать, что это на самом деле некоторая беда не только наша, но и других гуманитарных дисциплин. Да, наши выпускники востребованы меньше, чем экономисты, менеджеры, юристы. Вот поэтому не все работают по специальности. Но я должен сразу сказать, потому что мы ведем такой мониторинг, все наши выпускники, практически все, очень хорошо устроены. В том числе и те, которые, скажем, ушли в какие-то другие области, даже в сферу бизнеса. Вот когда потом мы встречались с этими выпускниками, меня интересовало, почему, чем это объясняется. И, в общем, приводили две причины. Первая – это общая высокий авторитет нашего университета, да, наши выпускники везде востребованы. И конкретно, как выразилась одна выпускница там спустя 3 года, вот она сказала, у нас в центре, как она сказала, очень хорошо организуют мозги. То есть вот у нас вот дается некоторая такая интеллектуальная
подготовка, основной, которая потом, потом... Ложится на любую, в общем-то, да, профессию. Да, да, да. Теперь, что касается все-таки тех, кто работает по специальности и востребованности. Ну, я сразу скажу, что по нашему мнению, вообще наша специальность востребована не в той мере, в какой это нужно нашему обществу и нашему государству. Потому что, это все знают, и вам это прекрасно известно, религия сейчас вот занимает первое место даже в новостях и так далее. То есть происходят очень серьезные процессы в нашем обществе, связанные с религией. Принимаются разные решения. Очень часто они бывают непродуманными, потому что как-то вот редко обращаются к нам в качестве экспертов. Обращаются, но редко, недостаточно. Но мы оптимисты, мы надеемся, что ситуация улучшится. Теперь конкретно. Ну, во-первых, многие продолжают заниматься наукой. Да? Вот идут к нам в аспирантуру. Кстати сказать, ну вот сейчас не назову точную цифру, но 7 или 8 наших выпускников у нас работают. Да, мы вообще охотно всегда. Ну, понятно, что это как бы такой ресурс не безграничный, да, это ясно. Но тем не менее, мы всегда с большой охотой берем вот талантливую молодежь, что способствует омоложению, да, нашей, нашего центра. Далее, сфера образования. И в вузах, и в школах. Музеи. Далее, государственные органы, которые в деятельности, деятельность которых связана с работой с религиозными организациями. Ну, например, наши выпускники работали в Министерстве юстиции, да, в отделе по регистрации религиозных организаций. Или на местном, на муниципальном уровне. Ну, например, в Татарстане, да, у нас вот был студент оттуда, он вернулся в Казань и там занял вот такую должность в Казани, вот в муниципалитете, в отделе, который работает с религиозными организациями. Общественные организации, средства массовой информации. Может быть, вы тогда подскажете, что сегодня у нас в обществе происходит? Религия, она скорее объединяет сегодня людей или разделяет их по конфессиональным различиям, можно сказать, у нее функция основная консолидирующая или разобщающая? Вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что процессы идут разнонаправленные. Кроме того, мы вообще сейчас переживаем такой очень, ну, такой динамический момент в нашей истории. Да, вот ситуация все время меняется. Это относится и к политике, и к сфере культуры, и к сфере общественной жизни, к сфере религии тоже, да, потому что, ну, если мы возьмем за последние 10-15 лет, то мы видим вот несколько раз вот такие вот существенные повороты в этом вопросе. Вообще говоря, важнейшая функция религии – это, конечно, функция интегративная, то есть объединяющая, да, еще когда-то в свое время один из, да, основоположников научной социологии, Эмиль Дюркгейм, он как раз вот писал о такой функции религии. Может быть, религию используют для того, чтобы разделять? Конечно, есть такие силы, которые активно используют для того, чтобы разделять. И, ну, к сожалению, очень часто и сами и религиозные лидеры, или религиозные люди на это, что называется, ведутся. Знаете? Вот, потому что, ну, мне кажется, что единство для нас, для нашего общества, это сейчас просто вопрос выживания, да? Да. Можно ли сегодня задеть религиозные чувства другого человека настолько, чтобы он стал осудим, может быть, даже по каким-то уголовным статьям, да? Вот, и можно ли его наказывать таким образом, чтобы там даже лишить свободы? Вот и вообще я бы считал нормальным, если бы у нас в обществе было бы такое отношение, что, ну, как бы религиозность, да, она строится снизу, идет от человека, от интересов конкретного человека. У нас часто по-прежнему все-таки больше, да, упирают на интересы той или иной организации, ну, скажем, религиозной организации. Да, надо исходить из человека, из его интересов, из его потребностей, в том числе и религиозных потребностей.
Ну, а что касается оскорбления религиозных чувств, да, ну, в общем, я не скрываю свою позицию, я ее, мне уже приходилось ее, ее излагать. Вот, я думаю, что сейчас какой-то огромный перекос в этой области, потому что не вполне понятно, что такое эти религиозные чувства, чем чувства религиозных людей отличаются от чувств других, других людей. Да, у каждого человека есть свои святыни, которые, конечно, оскорблять нельзя. Это первый момент. Вообще, я полагаю, что тут, может быть, имело бы смысл не выделять религиозных людей. Да? Ну, есть, конечно, понятно, что, скажем, в наш и административный, и уголовный кодекс вообще предусматривает какое-то наказание за оскорбление. Да? Можно подавать в суд, можно требовать компенсации. Да? Это с одной стороны. С другой стороны, понимаете, опять же, есть и какие-то святыни, ну, ну, нерелигиозные, да, нерелигиозные, да. Ну, скажем, я не знаю, ну, ну вот, да, вот если человек, люди оскверняют могилы, например, да, это понятно, что это оскорбление чувств и оскорбление святынь для, для многих. Вот, но, понимаете, тут еще опасность в другом, и в частности, вот мое очень, ну, я бы сказал, негативное отношение к тому закону, который сейчас рассматривается и проходит в Государственной Думы. У нас ведь сложилась практика такого, ну, избирательного правоприменения. Не только в этой области, в других областях. Понимаете, если бы действительно у нас бы по закону относились ко всем абсолютно, независимо от статуса человека, независимо от его вероисповедания и так далее, то тут вот даже, может быть, к устражению отнеслись бы иначе, знаете, как эта известная поговорка «суров закон, но это закон». А мы ведь видим другое, что на многие вещи смотрят сквозь пальцы, а потом вдруг вспоминают о соответствующей статье, ну, когда надо, скажем так, кого-то наказать. И есть большое опасение, что этот закон будет также использоваться. Николай Витальевич, расскажите, чем вы занимаетесь в свободное время, чему посвящаете то время, которое у вас остается, в общем-то, на какие-то свои интересы, хобби? Интересы и хобби? Ну, скажем так, я люблю читать книги. Вот я все время много читаю разной литературы, и, ну, помимо специальной и художественной, и, скажем, из других сфер гуманитарных наук. Я ведь вообще историк по образованию, вот так. Я люблю кино, я люблю посещать выставки и музеи, и я вот это вот последнее... года 4 я стал интернет-зависимым. Oh. Вот, да, вот Facebook, Live Journal – это вот мои большие, ну, вот увлечения. Значит, последнего времени. Со временем. Ну, я уж не знаю, вот, потому что у меня у самого к этому такое амбивалентное отношение, потому что это настолько засасывает, что иногда вот там, да, вот вдруг замечаю, что начал меньше читать, и это плохо. А с другой стороны, это дает какие-то, ну, дает на самом деле много. Нового. Да. Много нового, да. Ну и напоследок, что пожелаете абитуриентам, студентам, сообществу РГГУ? Ну как, я, ну, во-первых, я пожелаю, чтобы, ну, университет и дальше динамично развивался. Тут вот нельзя стоять на месте, да. Я очень большой патриот нашего университета. Вот, я считаю, что это такая, ну, такое замечательное учебное заведение. Вот, и, конечно, могу пожелать всяческих успехов.